В ближайшее воскресенье в Великом Новгороде состоится масштабный фестиваль, посвященный Арктике. На центральной площади воссоздадут быт Крайнего Севера. Новгородцы познакомятся с культурными, природными и историческими особенностями Заполярья. На площади Победы Софийска установят большой фестивальный городок со сценой, фотозонами и арктическим кинозалом. Там состоится предпремьерный показ документального фильма «Великий Северный путь», автор которого сам побывал в труднодоступных районах Арктики. Перед съемками он прошел маршрутом русского путешественника Сергея Дежнева. Арктика, она интересна, пусть будет каждому новгородцу, потому что и белые медведи, и олени не так часто приезжают в гости к нам в город. И мы надеемся, что новгородцы получат самое настоящее удовольствие, ну и чему-то научатся, что-то новое для себя узнают об Арктике. Новгородцы смогут попробовать традиционные блюда северной кухни и посетить мастер-классы, где их научат играть на варгане, исполнять чукотские танцы и делать традиционные северные прически. На сцене будут выступать музыканты. Коллективы. Фестиваль последовательно проходит в нескольких городах страны. 3 февраля он состоится в Великом Новгороде. Вход и участие бесплатные.